представители городской думы, администрации церкви, педагоги школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, волонтеры и студенты. Конференция «Православное лето 2018» собрала в стенах духовно-научного центра около 50 человек. И для каждого участника тема духовно-нравственного воспитания молодежи – не пустой звук. В современных условиях это очень важно – поговорить, какие проблемы существуют, какие нужны пути решения этих вопросов. И вот такое совместное обобщение проблем и также диалог, который необходим между светскими учебными заведениями и представителями Русской Православной Церкви, очень важен. Вера Македонская – частый гость в нашем городе. Профессор поделилась с присутствующими своим опытом работы в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи. Особое внимание уделила вопросам всестороннего развития студентов технического университета. Человек не должен быть только технократом. Если он становится инженером и тем более готовит себя для вот именно атомной отрасли. Но вот эти вот духовные начала, вот эти нравственные ориентиры, они очень важны. Потому что действительно человек не может без этого, в общем-то, реализовать себя. Также на конференции поднимались вопросы образования и социальной работы. Гости из Москвы рассказывали о проходящих у них паломнических поездках и делились интересными аспектами из истории нашей страны. Мария Руинчарти, Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров 24.